Самаре для жителей пенсионного возраста проводятся занятия тренерами по общей физической подготовке, гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису, сообщает в телеграм-канале Департамента опеки. В группах активного долголетия представители серебряного возраста могут заниматься любимым делом, знакомиться друг с другом и чувствовать себя максимально комфортно в кругу единомышленников. Информация о бесплатных спортивных мероприятиях для старшего поколения и расписание занятий доступны гражданам на странице Департамента опеки. Если ваши родственники или знакомые серебряного возраста не знают, где и как с пользой провести свободное время, расскажите им про группу здоровья. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта здравоохранения. В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 миллион граждан Российской Федерации, говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 миллионов граждан. Получить направление на диспансеризацию легко. Достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале госуслуг или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС. Как получить 500 000 рублей на развитие своего дела? В телеграм-канале Кировского района информируют, что в Самарской области продолжается прием заявок на получение гранта на сумму до 500 тысяч рублей. Такой поддержкой от регионального Минэкономразвития могут воспользоваться молодые предприниматели и представители социально направленного бизнеса. Одно из условий – пройти бесплатное обучение по программе «Ты предприниматель» в Центре «Мой бизнес» Самарской области. Чтобы подать заявку на грант, представителям социально направленного бизнеса необходимо иметь официальный статус социального предпринимателя, пройти бесплатное обучение по программе для социального бизнеса. Старт обучения 5 сентября. Выпускники педагогических классов, поступившие на очную форму обучения в региональные вузы и СУЗы, в год окончания школы на педагогические специальности впервые с сентября 2023 года могут оформить ежемесячную выплату в размере 1000 рублей, говорится в телеграм-канале Красноглинского района. Новые меры поддержки, разработанные администрацией Самары, позволят привлечь молодых педагогов в образовательные организации не только областного центра, но и всего региона. Для оформления выплаты, зарегистрированной в Самаре по месту жительства или пребывания, можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения.